поте лица. Что, по-вашему, означает это выражение? Первое. Человеку жарко. Второе. Какое-то достижение далось тяжким трудом. Третье. Выступил пот на лбу. Правильный ответ номер два. Какое-то достижение далось тяжким трудом. В поте лица. Это трудиться, делать что-то напряженно, с полной отдачей, с большим усердием. Имеется в виду, что лицо или группа лиц выполняет трудную, тяжелую работу со всем старанием. Говорится с одобрением, иногда с оттенком иронии. Происхождение выражения. Возникло из библейского мифа. Изгоняя Адама из рая, Бог сказал ему: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Всю весну мы работали на даче в поте лица, поэтому осенью собрали рекордный урожай овощей. Это значит, мы трудились достаточно тяжело, поэтому получили хороший результат. Мы строили дом в поте лица, поэтому построили быстро. К экзамену я готовился в поте лица. Я работал в поте лица, чтобы накопить на путешествие. Мы работали в саду в поте лица. Медики борются за каждого пациента в поте лица. А вы что делаете в поте лица? Пока все. Всем пока.